В минувший вторник спасательные службы отработали план действий по спасению людей из здания администрации городского округа на площади Ленина. Сотрудники и посетители по сигналу тревоги покинули помещение. К зданию прибыла противопожарная техника, а также машина скорой помощи. На площадке перед зданием со всеми работниками был проведен инструктаж по правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тренировка заняла не более 15 минут. После того, как работники администрации вернулись на свои рабочие места, по итогам проведенного мероприятия нашей съемочной группе дал интервью исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Горелов. Считаю, что, во-первых, проводить надо ежеквартально, чтобы люди не забывали те навыки и умения, которые они получили при предшествующей тренировке. Это первое. Второе, самое главное, они должны для себя уяснить, что при выходе из здания необходимо соблюдать спокойствие, чтобы не было давки и дополнительных жертв. Но при всем при этом, конечно, и сотрудники, и посетители тех или иных торгово-развлекательных комплексов, объектов с повышенным содержанием людей, с массовым содержанием людей, конечно, должны тренироваться для того, чтобы не привыкать к какому-то одному месту и уметь действовать в незнакомых ему территориях, такие как торговые центры, социальные объекты и жизнь. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».